Здорово, что вы смотрите мой канал. И я решила показать такой обзорчик, как я сходила в Магнит Косметик и какие покупки я там сделала. Вообще, по сути, по своей, я не люблю такие видео делать и никогда не делала, но походу придется сделать. И придется делать неоднократно, потому что, как я смотрю, в основном люди очень часто такие видео смотрят, а мне хочется сделать вам приятно, и хочется, чтобы вы меня смотрели, мои видео были востребованы. Значит, вам это интересно. Значит, я буду показывать и снимать такие видео. Ну, значит, смотрите. Купила я немного. Вот это все поместилось вот здесь. Буду показывать по одному. Ну, у нас лампочка. Лампочка. Видно, очень плохо видно. Перегорела, купили лампочку. Лампочку купили. Значит, лампочка у нас 26 ватт. Сейчас попытаюсь это все дело показать. Не получится, не получится, наверное. Опа, она высвечивается. Ладно, 26 ватт, светит она как 130 ватт. Значит, фирма или марка Фотон. Освещение дневной свет, белый свет. Не люблю желтый. Желтый цвет для меня, мне кажется, вообще тьма, мрак и все остальное. Кстати говоря, сейчас я телефон поставила на... Я снимаю на телефон и поставила телефон на функцию слабое освещение. Потому что вот тут вот лампочка, которая вот у меня сейчас стоит здесь, я вечером снимаю, она желтый свет выдает. И более какая-то она тусклая. Вообще ничего не видно было бы вам и... Как-то так. Поэтому мне пришлось сейчас на слабое освещение ставить телефон, чтобы вам хоть что-то было видно. Так, смотрим дальше. Дальше я вам покажу. Сейчас, секунду. Неудобно мне. Дальше я вам покажу, что я купила. Купила я, значит, из пакетика. У меня поломалась моя, не знаю, чеснокодавка. Тут написано пресс для чеснока. Не видно опять вам. Господи, как же вам показывать? Вот, вот так, наверное, будут одни. Значит, пресс для чеснока. Сейчас я скажу, сколько он стоит. У меня есть чек. Ах, вот оно что. Сейчас, секунду, у меня ноут, походу, дело засвечивает все это дело. Так. Вот, нашла я, что мне делать. Значит, чеснокодавка. Пресс для чеснока. 89 рублей. Это, кстати говоря, была скидка. 30-процентная, по-моему. Ну, в общем, не помню, какая скидка, сколько процентов. Ну, мне она нужна, эта вещь. Очень, и я ее купила. Купила я, как вы помните, из последнего видео в Ашане лопатки. Лопатки и ложки для приготовления. Но, значит, мне они ужасно не понравились. Как помните, они были очень дешевые, и они были мягкие. Вот этой мягкостью они не понравились, потому что при нагреве, при работе, в приготовлении... Они нагреваются, становятся вообще прям мягкие-мягкие. В итоге я сделала в очередной раз просто бесполезную покупку и бесполезно потратила деньги. И зайдя в Магнит Косметик, я увидела вот такое чудо, которое я искала очень давно. Силиконовую лопаточку. Очень такая смешная. Моего любимого зеленого цвета с горохом. Значит, классная. Ребята, она реально классная. Вот я сейчас покажу. Видите, гнущаяся. Ну, в общем, силиконовая. Силиконовая, других не бывает. И она не маленькая. Очень много искала. Почему? Потому что я видела, то они какие-то половинчатые, то какие-то они казались, извините, сопливые, сильно мягкие. Поэтому, когда я нашла вот такую прелесть, причем она такая по-дизайнерски, очень мне приятно и симпатично, я
купила, очень мне понравилась она, прям влюбилась с первого взгляда. Значит, лопатка силиконовая, 109 рублей она стоит. Ну и пусть, может, кто-то найдет дешевле, может быть, еще что-то там. Ну, пусть, мне она нравится, я рада, что я купила. Дальше. Ай-яй, что же я еще купила? Представляете, приклеилась. Никогда не пользовалась вот такими вот масками. Маска для лица, успокаивающая, с коллагеном, экстрактом огурца. Короче говоря, я сегодня пошла и такая думаю, господи, мне уже 31 год, пора пользоваться масками. Почему нет? Поэтому я купила вот такую масочку. Значит, содержит мощные успокаивающие и освежающие ингредиенты. Такие как экстракт огурца, витамин Е. Много тут чего. Короче говоря, попробую. Обязательно вам расскажу. Свой, оставлю отзыв об этой маске. Буду я ее брать, не буду брать. Короче говоря, решила попробовать. Я думаю, огурец это самый такой нейтральная маска. И, ну, в общем, решила попробовать такое что-то не сильно экстравагантное. Значит, сколько она стоит? Я уже забыла. Маска. 69 рублей. Маска с огурцом Skin Light. Skin Light. Кстати, не прочла даже, как фирма называется. И у нас тут, короче говоря, постоянно что-то происходит с обувью. Потому что у меня пацаны, потому что они везде и всюду. И обувь летит вообще в раз. Значит, купили мы с отцом, ой, с мужем, господи, с мужем такой клей обувной. Он сказал, что хороший. Контакт. Очень известная марка. Значит, сколько? 30 миллилитров. Ну, достаточно большой тюбик. Будем клеить. Цену сейчас скажу. Так, обувной клей 40 рублей. Я считаю, что недорого. И вот я купила на работу себе вот такой вот ковш. Блин, тоже влюбилась. Он такой симпатяшный, с такими смешными ракушками и морскими звездами. Такой он твердый. Ну, классный. Мне он очень понравился. И просто была необходимость. Честно говоря, когда я зашла в Магнит Косметик, Я шла именно за ковшом. Шла за ковшом и накупила, как всегда. Поэтому я немного покупок у меня. Но, честно говоря, считаю, что это все нужное. Увидела скидку. У меня эта штука поломалась. Мне эта штука нужна. Я купила. Нашла, наконец, такую лопаточку. Блин, влюбилась и купила. А это вот. Вот эта штука, я не знаю, нужна она мне, не нужна. Вот это было лишнее, считаю. Хотя, наверное, не лишнее. Ну, попробуем. В общем, даже не думала, что нужно это выкупать. Или хочу это купить, не хочу это купить. Просто увидела и ай, дай возьму. А все остальное как бы так, как надо. И ковш. Лампочка необходимости, клей необходимость. В общем, ребятки, вот такое вот у меня видео. Очень было приятно с вами в очередной раз увидеться, услышаться. Надеюсь, мы спишемся. И надеюсь, что мы будем с вами дальше очень сильно дружить. Так что пока-пока. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Я вас жду.